Всем доброго дня! Сегодня мы готовим щи из квашеной капусты. Вот, казалось бы, ну такое простое блюдо, вот так легко оно готовится, продукты тоже очень доступные. Но блюдо получается такое вкусное, что просто за уши не оторвать. Я вам очень советую приготовить щи по этому рецепту. Ну что, начнем? Бульон я сварила заранее, поэтому бульон у меня уже процежен и мясо уже перебрано и приготовлено. Теперь дело за капустой. Выбираем капусту, чтобы она была не сильно кислая, а нормальная, хорошая, качественная квашеная капуста. Тушить мы ее будем 20 минут в мультиварке на 130 градусов. Теперь нарезаем картофель. Как вы уже знаете, нарезаю я всегда картофель очень мелко в суп. Где-то 0,5 на 0,5 сантиметра. Ну вот, прошло 20 минут, капуста наша потушилась, она стала мяконькая такая, немножко изменила цвет. Теперь мы сюда доливаем бульон и добавляем картофель. Суп я буду варить на мультиварке, поэтому ставлю программу «Суп» и устанавливаю время 35 минут. Этим временем мы будем очищать и готовить овощи. Овощи мы очистили, нарезали и будем обжаривать на сковороде на растительном масле. Когда овощи немного прожарятся, добавляем сюда 1,5 столовых ложки томатной пасты. И также все хорошенько обжариваем. Ну вот, овощи готовы. В щи можно положить свежий помидор, очищенный от кожицы, или же сухие помидоры. А за 10 минут до окончания программы мы выкладываем сюда мясо, обжаренные овощи и пробуем на соль обязательно, потому что квашеная капуста у нас уже была соленая, поэтому мы уже в последнюю очередь будем пробовать на соль и ложить сюда специи. Лавровый лист, посолить, поперчить, и у нас должно немножечко еще покипеть, повариться 10 минут на медленном огне. Ну вот, уже наши щи готовы. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал. Всего доброго вам! Удачи, друзья!